Приветствую вас, знаете, ну, судя по всему, да, мужчине действительно нужен только секс, и в общем-то, здесь, мне кажется, основная проблема в том, что вы увидите вот в мужчине только мужчину, то есть вот здесь основная проблема, она в этом. Заключается, на мой взгляд, вот, то есть вы не видите человека, вас ничего не объединяет друг с другом, именно как людей, вот, выстраиваете вы чисто гендерные отношения, вот, судя по тому, что вы пишете. А это, соответственно, приводит и к чисто гендерному восприятию, и к чисто гендерному интересу к вашей персоне. Поэтому здесь ситуация, не спорю, неприятная, не спорю, ничего хорошего в этой ситуации нет, но она абсолютно закономерна, потому что вас ничего не связывает, не объединяет, кроме того, что вот вы приглянулись друг другу как, ну, как мужчина и женщина, вот. И чтобы отношения наладить, необходимо разбавить ваше гендерное восприятие каким-то другим, более личностным, я бы сказал, более социальным, вот, то есть, подумать, чем бы вы могли заниматься и прочее, что бы могли вместе делать. А так получается не очень понятная история, когда вы с одной стороны вроде бы не хотите мужчину терять, с другой стороны, наблюдая и видя, что мужчине нужен только секс, вы ему как бы этого самого секса не даете. То есть вы не должны, вы не подумайте, чего плохого, вы не должны ему давать никакого секса, но очевидно, что мужчину здесь интересует интимная близость. И чтобы перевести интерес мужчины из интимной близости во что-то другое, необходимо взаимодействовать по тому, что интересно мужчине. И здесь стоит вопрос, либо вы демонстрируете человеку свои интересы, либо вы берете интересы человека и делаете их своими. Ну вот, как вам удобнее, так и поступать. Однако мужчине просто нет мотивации с вами общаться, и нет платформы, нет фундамента, на котором он бы увидел вас как-то иначе, кроме женщины, с которой ему хочется переспать. Вот. То есть это вопрос в широте и полноте вашего взаимодействия. А это, в свою очередь, вопрос к тому, на каких основаниях вы выстраиваете взаимодействия с мужчинами. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.